ты делаешь? Лепешку будешь делать? А я смотрю, у тебя еще приготовлены яблочки, сахар, корица. Это что такое, лепешка с яблочками? Да, еще. Яички. Наверное, пирожки ты будешь делать. Да? Как у Лунтика. Как у Лунтика. Как мило пекла пирожки. Баба Капа ее научила. Вот у тебя есть шкалка. И фигурка есть. Ну давай, у тебя есть кусочек теста. Ты сейчас скалочкой раскатаешь. И как мило, и баба Капа налепишь много пирожков. Да. И катаем, катаем. А ты какие пирожки больше любишь? А с яблочком, с клубничкой, с вишенкой. С клубничкой. С клубничкой. Ну вот. Завтра купим клубничку и сделаем много-много пирожков с клубничкой. Тесто еще. А как много теста, Лилихач? Не спеши. Браслетка. Браслет. Но мы же катаем лепешечку для пирожка. Да. Катай, катай лепешку. Катай браслет. Катай, катай лепешечку. Так, хорошо, раскатываем. Катаем, катаем и катаем. Чтобы тесто было тоненькое, тогда вкусненько. Я на всякий случай не буду до нее пробовать. Почему ты не будешь пробовать? Какая гадость. Какая гадость? Это же ты сама готовишь. Почему гадость? Просто тесто сладенькое, яблочки, сахар. Но если не хочешь, мы корицу не будем сыпать. Да, если мы корицу не положим, тогда будешь пробовать? Да. Да, ну ладно, корицу уберем. Ага. Будет без корицы. Ну что, раскатала уже? Сейчас, да. Яблочки белые. А, да, давай посмотрим. Раскатано? Он, смотри, еще немножко толстенькое можно. Немножечко еще. Он будет такой большой пирожок у нас. Треугольничек. Треугольничек. Не держи. Такой треугольничек. Ой, она порвала. Закрыли, закрыли. Закрыл, закрыл. Давай, наши яблочки. Ну, чтобы мы смогли закрыть. Все, хорошо. Яблочки, теперь насыпай сахар. Сахар. Ложечку сейчас тебе дам, ложечку для сахара. Пожалуйста. Одну ложечку, думаю, будет достаточно. Ты что, руки вытираешь от стула? И лип. Нужно же полотенечко. Насыпай сахар. Еще немножко. И еще. Еще капельку. Молодец. Я думаю, достаточно. Ну что, корицу будешь насыпать или нет? Нет. Нет? Ну тогда закрывай. Тоже будет. Будешь? Ну насыпай. Немножко только. Если много корицы, потом будет горькая. Один раз. Раз. Все, достаточно. И теперь закрывай наш конвертик. Может быть, в эту сторону, наверное. Стой, стой, стой. В эту сторону так будет лучше. Все. А теперь давай. Залепливай его. Конвертиком делай. Как хочешь, как тебе удобно, лишь бы он не открылся. Вот, молодец. Еще с этой стороны. Закрыла. Теперь ложи его сюда на подносик. У нас тут поднос с мукой. Сделаем полный поднос, потом печку поставим пальчиками. Деревце? Ну, сделай деревце. Давай пирожок закончим. Намажь его еще яичком, чтобы он хорошо в печке подрумянился. Ой. О. Еще. Еще. И еще. Еще можешь ложечку, а потом размазать по всему пирожку. Хочешь пальчиком, хочешь ложечкой. Ложечкой. Ложечкой, ну размазывай. Можно еще? Пожалуйста. Теперь размазывай. Мажем, 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 мажем. Вот так вот. Намазал? Да. Хорошо. Теперь дерево или еще один пирожок с яблочком?
дерево. Ну давай так нас уберем, чтобы тебе не мешал. Вот еще тесто. Все будем катать. Давай я тут вытру. Яичко рассыпалось. Все, катай тесто, а потом дерево сделаешь. Катаем. Из дерева у нас получится маленькая булочка. И маленькая печенька. Белая печенька. С той стороны осталось место для дерева. А давайте заново. Ну давай заново. Что там вещи хочет? Давай заново. У нас у Элиточки есть такая плохая привычка. Она когда готовит кушать, она вытирает руки об стул. Разве можно так делать? Я думаю, ты уже раскатала. Можешь попробовать дерево сделать. Формочку дерева. Вот так. Ну как? Нет, не спеши, и все получится. Сейчас наше дерево уже будет почти готово. О, покажи. Прелесть. Прелесть, давай. Прелесть. Что такое? Котка напала. Вот у нас такое дерево красивое. Ой, дайте. К пирожочку мы ложим. Сюда на подносик у нас вместе с пирожочком. Ой, с киском рядом. Пирожочек и дерево у нас там. Так, убираем. Сейчас буду еще открыть. Еще одно деревце сделаешь? Ну давай, делай еще одно дерево. Ну как получается второе дерево? Наверное. Будет у нас два дерева, один пирожочек с яблочком. Нет, может еще потом еще один пирожок. Давай, закончишь дерево, сделаем еще один пирожок с яблочком. Ой. Так, давай наше дерево. А это... Готово твое дерево. Положи его на листочек. Вот у нас тут два дерева и пирожочек. Давай еще один пирожочек. Давай еще один пирожочек. Раскатываешь пирожочек? Я думаю, ты уже раскатала. Я вижу, тесто тоненькое. Ну, будем яблочко ложить? Ой, оторвусь. Ничего, сейчас оторвусь. А ты пошире немножко, да, правильно, чуть-чуть пошире. Не спеши. Ой! Опять склеилась. Склеилась. Ну, отлично. Немножечко еще. Катаем, катаем. Так. Да. Яблочко еще. Теперь положи яблочко. Достаточно. Еще. Вот теперь, а так у тебя не закроется, смотри, ты не оставила места, чтобы закрыть. А, теперь немножко сахара. Насыпаем ложечку. А, корицу будешь насыпать? Да. Да, немножко. Ой, я не буду сильно кушать. Так что насыпай, чтобы ты покушала. Один пирожок с корицей побольше, а второй будет без корицы. Закручивай, закрывай его. Молодец. А теперь со всех сторон его закручь, чтобы он не распался. Умничка. Все отлично получается. Учимся делать пирожки. По рецепту Милы и Бабы Капы, да? Сосло и ложи его сюда. А намажем? А теперь намажем яичком, правильно.
Намазывай. И деревья свои тоже можешь яичком намазать, чтобы красивее ага. были. Ну, сначала пирожок. Угу. Сначала мажь пирожок. Мажем пирожок. Сначала деревцу. Теперь деревце мажем. Мажем. Отлично. Еще немножко. Еще немножко этот пирожочек. И дерево помажем. Ой, упала. Ничего. Ничего. О, какая у нас красота. А сейчас будем ставить печку. А на сколько она минут? Я думаю, 10 минут хватит. У нас пирожочки небольшие, печка уже разогрета. Поэтому 10 минут вполне хватит. А через 10 минут посмотрим, а главное обязательно попробуем, что у нас получилось. Ну, если будет гореть, я не могу сказать денег Борозу, а я пока жду. Ням-ням. Ням-ням. Что, у тебя уже готовы твои пирожки с яблочком? А самое главное, деревья. Не горячие, не волнуйся. Дерево хочешь попробовать? Не любишь ты у нас начинку. Какие пирожки красивые. Дайте я попробую. Пробуй дерево, пробуй. Вкусное. Вкусное? Просто сладкая булочка, да, такая? Попробуйте. Умничка, очень вкусно получилось. Кушай. Вкусное. Да, ну приятного аппетита. Давай скажем всем пока-пока. Пока-пока, пожалуйста. Наш канал, скажите мое видео. Пока-пока. Спасибо, что смотрели наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Всем пока.